Пишешь, а тобой нет. Пишешь? Вообще должен быть. Игра слишком сложная. Поверь. Короче. Сразу нормальному человеку это не понять. Меня удивило, когда мы сначала Тараса, мы поругались в ноябре, мне Тарас написал свои фейковые страницы. А, он сразу в ноябре еще, да? Да, да. У него есть фейковые страницы, вот, да, он есть. Да у него много там, у него 3 или 4, я там и бульдог не изображу. Вот, вот. Но мне нужна вся правда, что вот произошло, короче. Они мне все скинули, всю переписку, все выдали. Я осуществляю незаконную деятельность. За что, ну, как бы, вот полиция меня привлекла и оштрафовала на 500 рублей. Ну, я всего лишь ушел с проекта, и я не сделал ничего ему плохого. Я ни в каких видео его не оскорбил, я ни в каких переписках его не оскорблял. Это один из самых известных перекрестков города. Здание городской администрации. Мы все его знаем прекрасно. Красивый перекресток. Красивый. Да. Скажите, пожалуйста, что вы видите перед зданием городской администрации? Скопление автомобилей. Скопление автомобилей. На тротуаре видите припаркованные автомобили? Вполне возможно, я не могу так сказать. Ну вот я вам как житель города скажу, что любой, наверное, кто вот смотрит эту передачу, может подтвердить, что там постоянно есть припаркованный автомобиль. Здесь знаете, фотографировали? Здесь у мэрии фотографировали машины? У мэрии лично я нет. Лично а почему? Ну, потому что, скорее всего, пока туда руки не дошли. Очень мало у нас активистов. Ну, то есть вы готовы? Да, если да, что, да, да. Прям. Вот, да, пройти и сфотографировать. Интересно было бы узнать, Владимир передает хочется... привет Александру Викторовичу Гусеву и его подчиненным. Да, они не нарушают. Он нагло врал. И Вадим Серов передал мне очень интересный аудиозапись. И в этой связи предпринимаются попытки раскачать изнутри, сделать нас более покладистыми и причесать нам нас так, как им хочется. Самый простой способ какой? Это внести какое-то недоверие внутри общества, настроить одних против других. Сегодня я хотел бы вам раскрыть тайну одного из супер-мега-пупер-активистов нашего города Воронежа. Вы знаете, это самый лучший активист, по его, опять же, мнению. Это самый великий активист, который существует в нашем городе. Все остальные говно. Но это, блядь, мудаки, по-другому их не назовешь. О, я этому козлу могу только передать привет. Реально, дорогой козел, дорогое чмо. Если ты меня видишь, передаю тебе привет, мразотый. Заявляют какие-то такие хамоватые вещи, то это значит, они обозначают себя как заинтересованные лица. И это, конечно, с точки зрения достижения конечного результата, плохо для них. Два непосредственно ролика, которые у меня были, Роскомнадзор, к сожалению, отобрал. Даже не стал разбираться.